Ну чё, злодеи? Чё, номер оставлял, не берёшь? Застал, что ли? Да не получалось соединиться. Да? Чё, интернета нет, что ли? Красавчик. Чё, интернета нет, что ли? Расскажи, как в Киеве надо... Как нам в Киеве найти магазин? Мы ездили в Киев купить батник, не нашли магазин. Блин, ну ты чё, гонишь сейчас? Сейчас тебе скажу. Вот мы тебя скинем потом смс-кой, где магазин. Вот, смотрите, звонок у нас, вот. Красавчик. Ты здесь, едь. Я тебя скину смс-кой. Все, а то у нас дальше, вы проспали, малеха, просто. Мы дальше просто колпашим. Ты набрал ее, да? Да. Он и был, да? 981-833. Да, да, пацану, он с Одессы прозвонилась. Я ж тебе продиктовал, я блядь. Я до конца не продиктовал, не позвонили. Ёб твою, успел, глянь, не отключилась, когда я вышел. Сейчас мы звоним. Настя, 8753, последние цифры. Так, приду к концерту причесываться. Хлохломе навел такое. С Одессы, пацану, дозвонила все-таки. Обратно. Че? Есть связь? А? Встаньте где-то на одном месте. На одном месте остановитесь-ка. Вот, дозвонились девушки. Ой, слушайте, только проснулась, набрала номер, как-то вообще неожиданно. Расскажи им все это. Ты из какого города, скажи? Я вообще сейчас в Питере, сама из Тольятти. Были мы недавно в Тольятти. Ну что, как Питер? А, да. Ну что, как трансляции, нормально идут, нет? Да нормально, блин, вообще так неожиданно. Ну что хочешь сказать всем? А вы сейчас где? Мы в Ижевске, в Ижевске. Понятно. Передавай привет всем, передавай. Всем привет. Ну кому хочешь, родным, близким там, кому. Да я не знаю, кому передавать. Всем привет, всем, кто меня знает, хотя, наверное, никто не знает. Ну видишь, все тебя знают. Как тебя найти в Перископе, как ты называешься, скажи? Настя Осми. Блин, я сейчас такая сонная, не накрашенная. Так, зато ты настоящая. Все тогда, все, помаши всем ручкой и пошли все. Все, Василий, все. Вам удачи. Спасибо, всем, здоровья, спасибо. Счастья. До свидания, спасибо. Все, всех обнял, мы на концерт.